Всем футбольный физкульт привет! 25 ноября в 19 часов в рамках чемпионата мира 2022 по футболу состоится матч между сборными Нидерландов и Эквадора. Очно соперники не встречались. В последних 5 матчах этого года голландцы завоевали все 5 побед. У Эквадора также за 5 матчей этого года 3 победы и 2 ничьи. Букмекеры в предстоящем матче фаворитом видят сборную Нидерландов. Статистика игр сборных говорит о большем преимуществе голландцев. Матч покажет телеканал Матч ТВ и Футбол 1, а также сайт Матч ТВ и букмекерские сайты. Всего хорошего, до новых встреч!